Оформление документов, ключи и новый автомобиль. Все по порядку. Сами владельцы машин пожелали, чтобы вручение прошло в торжественной обстановке. Александр Сиваков. Общий стаж работы 35 лет. Из них 15 отработал в кузнечном цехе на заводе. В итоге профессиональные заболевания. Машину с ручным управлением получает уже во второй раз. Чувствуешь себя, как бы сказать, нужным еще человеком. Даже в семье вот куда-то съездить, я не знаю, там в аптеку, в магазин, на дачу. На дачу приехал, красота. Новые автомобили «Лада Гранта» получили в этот день 32 человека. Личный транспорт им положен как пострадавшим от несчастного случая на производстве или из-за профессионального заболевания. Позвольте мне вас поблагодарить за ваш труд, прежде всего, за вашу работу, которую вы выполняли на протяжении всей вашей жизни. Вот извиниться за тех работодателей, которые не смогли обеспечить полную безопасность на ваших производствах, но и пожелать вам все-таки здоровья и надеюсь, что автомобили, которые вы сегодня получите, позволят вам как-то облегчить жизнь. А всего в Самарской области такие машины получили 85 инвалидов. Еще шестеро получили денежную компенсацию. По закону фонд социального страхования должен предоставить им такой выбор. Все машины тольяттинского производства, проверенные и подготовленные специально для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы сегодня реально видим социальную заботу власти, нашего государства, о людях, которые получили травму на производстве. А сегодня эти люди ощутили, они получили реальную помощь от государства и в виде этих автомобилей, чтобы жизнь была им легче. Они себя чувствовали такими же полноценными людьми нашего общества. Сегодня же они уехали домой на новых машинах, со словами благодарности выразив пожелание, чтобы рабочие места становились безопасными и производственных травм было меньше. Олег Зверев, Григорий Плешаков. События.